Каждую зиму жители поселка Мехзавод пребывают практически в панике. Коммунальщики чистят улицу, но снег почему-то не увозят, а оставляют его в виде этих сугробов, вплотную к домам и огородам жителей улицы. Вот и приходится местным своими силами бороться со снежными баррикадами. Эту площадку расчищает вот эта женщина, которая работает, и местные жители. А дети ходят из школы, вот по бугру здесь, и машины идут, и они идут здесь. Ну так же нельзя. Пешеходный знак, наполовину утонувший в сугробе, как бы напоминает о когда-то бывшей здесь дорожке к остановке. Теперь пройти можно только по проезжей части. Сейчас, если пойдут школьники, у них сейчас закончатся уроки, все будут школьники вынуждены идти по проезжей части. Сами видите, какой транспорт у нас, и тем более загорожена дорога половина, они подвергаются опасности. Вот там пешеходный переход. Перехожу и сюда пешком по проезжей части. Всю зиму так, каждую зиму. Я тут живу третий год, каждую зиму такая ситуация. Вот это тут постоянно, вот такие вот сугробы. Машины проезжают, однако, тоже не без проблем. Из двухполосного движение превратилось в однополосное. Что уж говорить о тех маневрах, которые совершает автобус, чтобы развернуться на конечной остановке. Звонила 2 недели в администрацию города Рязани. Пихали по разным телефонам к разным людям. В итоге, сами видите, 2 недели меры не приняты. Теперь жителям остается только гадать, утонут ли они весной, когда снежные горы начнут таять, или нет. Надежду на то, что снег все же вывезут из поселка, пока не теряют.